राज गोवर्धन की जय। गुरु गौरंग राधा माधव शिव सिंह की जय। शिव भक्ति सिद्धि गोस्वामी शिव भक्ति सिंह गोविंद देव गोस्वामी महाराज की जय। शिव भक्ति रक्षक श्रीहार देव गोस्वामी महाराज की जय। श्री रूपान गुरुवर्ग की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। गोपी मनंदे пуш по гуру для гурарти есть все, да? Окей. А где Девадат? Ну, сейчас по финале. Ага, окей. Очень хорошо. Я рад приветствовать всех уважаемых преданных гостей в нашем культурном центре. И хоть наш культурный центр очень небольшой, он достаточно маленький, но мы можем сказать, что название культурный центр не случайно присутствует. Часто мы говорим о том, что такое сознание Кришны. Кто-то говорит, это религия, кто-то говорит, это мировоззрение, кто-то говорит, это культура, кто-то говорит еще что-то, кто-то говорит, это секта тоталитарная. Ну вот. Поэтому сколько людей, столько мнений. Но если мы будем рассматривать то, чем мы здесь занимаемся, и рассматривать принцип прогресса, который существует в мире, в обществе, на планете Земля, во Вселенной, за пределами мира материи, в мире материи, то мы видим, что, по сути дела, это место очень важное и ценное. Почему это важное и ценное место? Потому что ценность идеи определяет не количество ее пользователей. Ну, в Писании сказано, что все следует сознание Кришны. Вы скажете, а где? Я не видел в Москве, что все следовали. Только небольшая часть. Но кто-то говорит, вы знаете, когда речь идет о слове «все», подразумевается в виду Брама, Шива, Нарада, там, все махаджаны, все великие йоги, боги Вселенной. И если, например, кто-то там, тетя Маша или дядя Вася, или там тетя Петя, еще пока не попала в этот список «все», да? Ничего страшного. Говорят, там, все покупают эту камеру. Ну как же, эта камера вышла, она стоит такие деньги. Нет, все имеются в виду, ее купил Спилберг, ее купил Тарантино, ее купил. Поэтому, когда мы говорим «все», мы понимаем, что в определенный кругу. Мы счастливы, что мы можем сказать, что мы попали в этот круг. Но мы не можем эти заслуги присвоить себе. Потому что если мы искренне начнем анализировать, то мы видим, что есть люди почестнее, чем мы намного, причем. И поумнее. Я уверен, что большинство из них сидит в этом зале. Не думаю, что здесь самый умный, как бы, talking head. Ну вот. И подобрее, кстати, есть, по глазам видно, да? Ну вот. И поразумнее. Есть люди гораздо лучше, чем мы. И скорее, зная, что такое сознание Кришны, как говорится, что в эту эпоху Кали самым падшим, самым несовершенным дается самое совершенное, скорее всего, мы отнесемся к той целевой аудитории, которая встала не в очередь справедливости, а скорее всего в кормушку милости. Знаете, как в любом нормальном там месте говорят, ну, по справедливости это вы должны соответствовать, но если, как сказать, вы не соответствуете вообще ничему, то идите с черного хода, там у нас благотворительный фонд. Ну, вот там вот чем ты вот такой, тем больше ты соответствуешь. Ну, вот. И в этой связи мы можем сказать, что мы празднуем сегодня, Джайшиш, в небольшом круге день явление гуру. Но мы можем сказать, а кто же ваш гуру на самом деле? Я спросил одного преданного. Он мне говорит, вообще-то я получил инициацию Прабхупада. А потом он говорит, ну Гурудев мне сказал, вот это делай. И потом он оказалось, что он вообще под словом Гурудев другого преданного имеет в виду, другого учителя. Я подумал, кто же твой гуру на самом деле? С одной стороны, это было, конечно, очень, с моей стороны, некорректно. А с другой стороны, мы можем сказать еще такую вещь, что гуру – это сам Господь. И он является во множестве обликов и форм. В Шримад-Бхагаватам
в 11-й песне описано 24 гуру Аватхута. Был такой Аватхут, у него было 24 гуру, из них стрела, цветок, пчела, небо, девочка. Все были его гуру. От стрелы он научился тому, что двигается не стрела, а мир вокруг нее. Ну, как, знаете, да, очень часто мы носимся с вами, в особенности по Москве, нам кажется, что мы двигаемся. На самом деле, по сути дела, все неподвижно состоит. И с другой стороны, наоборот, когда мы сидим внутри, философски размышляем о чем-то, это называется по-русски, сначала подумал, потом сделал. Именно в этот момент происходит движение настоящее. А если мы там неосознанно, не подумав, просто бегаем там от Тверской до Ямской, ну вот, это вовсе не значит, что мы пребываем в какой-то деятельности или движении. Скорее всего, просто мы как хаотическая частица болтаемся. От неба он научился, что не существует глубины идей духовных. Мы можем сказать, какое положение вы в небе занимаете, вот такое или вот такое. Мы можем сказать, легко считать от земли. Ну, мы можем говорить, а я вот такого роста, а ты вот такого, а я выше тебя. Но когда речь идет отсчета от неба, очень трудно из безграничных масштабов сделать какие-то заключения о чем-то. Поэтому он понял, что так же, как небо имеет глубину и безграничность, так же духовная идея имеет глубину и безграничность. Везде, всегда и во всем. Дальше Аватхут рассказал историю, как он общался, увидел пчелу и понял от пчелы великую мудрость. Он понял, что пчела, она летает от цветка к цветку и долго нигде не задерживается. Ну так нормальные люди тоже, они ходят в гости, объедают друзей. Ну, вот. Они не задерживаются, их не интересует процесс приобретения, покупки. Вот. Их интересует конечный результат. Ну, вот. Как в России это звучит так: спасибо этому дому, пойдем к другому. Итак, множество глубоких реализаций получил мудрец. И он насчитал 24 гуру в своем списке. В том числе это были одушевленные и неодушевленные предметы и различные обстоятельства. Как, например, когда он увидел девочку, то, как она сломала браслет, и он понял, что лучше всего на самом деле трансценденталисту оставаться одному. А браслеты девочка сломала тому, чтобы не шуметь, когда она будет взбивать коктейли. В ее дом пришли сватья, чтобы посватать ее замуж. И она, как любая девушка, которая мечтает выйти замуж, испугалась. Вдруг они подумают, что наша семья недостаточно богатая, а родители мои ушли. И спросила их, не хотите ли прохладительные напитки? Они сказали, хотим. Девочка была одна, но понимая, что нужно, так сказать, немножко нагнать пафоса, она сказала, тогда я попрошу слугу. Вышла и стала метаться по кухне, там, лимон. И когда она делала коктейль, значит, ее браслеты звенели. Она подумала, что, они же сейчас вычислят меня, что никакой у меня слуги нету. Она стала ломать браслеты. И чем больше браслетов она ломала, тем меньше они звенели у нее на руках, и в конечном итоге она оставила только один браслет. Поэтому Аватхут сказал, вот когда я увидел эту историю с девочкой, я понял, что на самом деле, если ты хочешь жить духовной жизнью, оставайся всегда один. И Шридхар Махарадж прокомментировал этот момент таким образом, он сказал, если общество помогает человеку духовно развиваться, он должен быть в обществе. Но если общество в какой-то момент мешает человеку духовно развиваться, он может это общество оставить. Поэтому мы видим, что многие мудрецы, такие как Диоген, они жили в бочке. Ну, там какие-то святые, они уходили куда-то в скиты, в пещеры. Им не нужна была вот это вот самоутверждение, объяснение, почему я так делаю, зачем. Знаете, это вы что, не едите мясо? Расскажите мне, зачем. Вот. Вы будете все сидеть и рассказывать, почему у вас... Вы захотели жить духовной жизнью, будете всем рассказывать, и все будут крутить вам пальцем у виска. Ну вот, поэтому такое общество, нет необходимости делиться с ним переживаниями. Но с другой стороны, тот самый Аватхут, который решил оставаться один, когда встретил другого мудреца, тут же с удовольствием рассказал ему все. Таким образом,
человек, он не стремится к одиночеству, он скорее стремится к отвержению негативного общества и принимает общество позитивное. Итак, рассказав о своих 24 гуру, Аватхут очень сильно удивил своей способностью учиться у всех и у всего, подвижного и неподвижного. Но, к счастью, эта история очень всем нравится, в особенности тем, у кого вообще гуру нету. Они говорят, да, можно учиться у всех. И в результате не учится ни у кого. Никого не принимает. Поэтому эта история описана в конце Шримад-Бхагаватам, а не в начале. Она описана как продукт достижения мудрости, а не как некая западная идея «учись видеть истину везде, но не находи ее ни в ком». Есть категория людей, которая говорит, «Зачем вы ходите в храм? Бог же везде». Это как у Орвелла было написано в его книге, что «все люди перед законом равны, но одни равнее, чем другие». Это примерно как у нас в стране, да? Все люди равны, но... а вы, говорит, почему? А я, говорит, из Газпрома, я равнее, чем вы. У меня просто лицо равнее, чем у вас. Более ровное. Ну вот. И вы скажете, а этот принцип правильный, только ли он в негативном понимании правильный? Нет, он также правильный в позитивном понимании. Сократ точно знал, что есть люди умнее, чем он сам. А Ньютон говорил, я всего лишь навсего собираю гальку на берегу океана. Сократ утверждал, что я точно знаю, что я ничего не знаю. И в этом разница между мной и вами. Вам кажется, что вы уже все постигли, хотя вы абсолютно ничего не знаете. Но я полностью уверен в своем несовершенстве, и это заставляет меня искать и вопрошать. Поэтому веды говорят, «Тадвидхи пранипатина парипрашнена севая, упарикшанти те гьянам гьянина статва даршанам». Лишь через вопрошение, через стремление самопожертвования и через глубокое почитание истины, да, как человек может достичь истины, не через цинизм, не через поверхностность. Вот, поэтому, увы, мы находимся в мире, где гуру особо не признают, потому что мы находимся в обществе поверхностных циников, индивидуалистов. Но Восток – дело тонкое. В Индии культ гуру был проявлен всегда и во всем. И первым гуру для человека является его мать. Когда человек рождается, мать, она принимает все его несовершенства, но при этом одаривает его любовью и заботой. И когда уже ребенок достигает определенного духовного взросления, осмысления, мать может выпустить его на улицу, мать может познакомить его с другими и так далее. Также и гуру крайне нужен для человека, когда он только обретает духовное рождение, духовный смысл. Если Аватхут обладал способностью самоидентификации, то можно сказать, что он был духовно взрослым. Духовно молодая душа, которая не обладает способностью, и сказала кроху, что такое хорошо, что такое плохо, она должна быть всегда у груди матери. И в первую очередь, если вы обратили внимание, ребенок, он сам как бы хватается за грудь матери, да, он держится за нее. И в этой связи это наша школа. Есть две школы бхакти. Одна школа – это школа обезьяны, когда детеныш держится за мать. Это важная задача. Но на более высшем уровне есть школа кота, когда кошка несет котенка, и он просто предался. Поэтому в высшем смысле слова сначала мы ищем лотосные стопы гуру и держимся за них. Но когда мы обрели веру и связь, может быть, мы можем просто предаться. Помните, как Христа ему говорят? Так ты тот самый, а Христос говорит, пускай будет воля твоя, да, и он предается. И в этот момент, когда он предается, исполняется высшая воля. И как бы негативно она не сложилась для самого Христа, мы понимаем, что это высшее благо, как для него, так и для всех остальных. Поэтому наши экзамены, школьные экзамены, они могут выглядеть для нас немножко пугающими, но те, кто прошли экзамены, они знают, лишь единственный метод понять, насколько ты знаешь предмет, насколько ты обладаешь предметом, это пройти экзамены. В противном случае ты всегда будешь ставить себе сам оценки, пятерки, четверки.
Но экзамены покажут, что ты знаешь предмет на тройку или вообще не готов к нему. Поэтому духовная жизнь – это постоянное постижение истины. И тут же экзамены. Господь представляет экзамены моментально. И когда человек считает, что он никогда никого не предавал, Христос сказал одному из своих последователей, что ты это сделаешь 3 раза, причем это будет, посмотрел на часы и сказал, очень скоро. Но это вовсе не значит, что не сдав экзамены, завалив экзамены, мы не можем продолжить свое движение вперед. Наше движение вперед – это наша потребность. Мы всегда будем искать что-то и где-то. Существует огромное количество людей в этом мире, которые не верят в Бога по одной простой причине. Он находится за пределами их чувств. Его невозможно измерить с помощью инструментов ума, потому что он безграничный. Невозможно увидеть его. Они лишь видят его какие-то определенные формы и считают, что как же это, например, каменное изваяние может быть безграничным. Человек склонен размышлять с помощью тех инструментов, которые его окружают. Это называется местечковость. Человек местечков по своей природе. И у Шекспира есть такое выражение, есть друг Горацио, так много мудрецов, которых не встречали мы на свете, это Дон Гуан ему говорит. Ты не можешь подставить истину под впечатление своего ума. Часто Гасай Махарадж рассказывает нам историю о лягушке и колодце. Когда лягушонок увидел луну и сказал маме лягушки, что я видел что-то огромное и большое. Мама лягушка сказала, большое? Надулась, сказала, как это? Лягушонок сказал, о, нет, нет, еще больше. Тогда лягушка, как это? Он сказал, нет, нет, еще больше. Лягушка сказала, неужели как это? И совсем раздулась. И маленький лягушонок сказал, о нет, еще больше. И тогда лягушка, как... И все. Поэтому веды говорят, сколько бы ты ни раздувал свой ум, ты будешь всегда быть подобен лягушке, которая... Потому что ты привык к этой идее дарвинизма. Ты хочешь объективного сравнения, но с чем ты сравниваешь? Разве ты можешь стать... с идеальным мерилом или эталоном, когда речь идет о безграничном. Скорее наоборот, для безграничного нужно лишь открыться, безграничное само будет себя являть, и это главный принцип вед. Тогда возникает вопрос, как же безграничное себя являет? Кто-то может сказать, что оно являет себя через литературу. Это абсолютно правильно, но всегда существует два. Первое – это писатель. И второе – это читатель. Мы не сможем говорить о духовной литературе как о феномене, в котором нету диалога писателя и читателя. Хотя книга не является непосредственным продуктом писателя, да, это часть его мыслей, и книга вполне может быть лишь частично воспринята читателем. Тем не менее, мы говорим, что вот эта стопка бумаги или полена, чурка деревянная является всего лишь навсего способностью обмена чувств, мыслей. Раньше книги в Тибете были начертаны на камнях. И те, кто поднимались в горный монастырь, они приходили со своей красочкой, ну, из золы, и со своей тряпочкой. Губочкой нанес на камень, приложил оттиск. Да? Была прекрасная идея. Книги надо прийти. Если у тебя есть желание, пожалуйста, поднимайся 6000 там, километров, 4000 километров, зашел в монастырь. Там у какого-то дедушки все книги, это булыжники на камнях. Приложил свою тряпочку, потер. Так сказать, в зависимости от того, насколько хорошо тер, настолько хорошо проявилось и ушел. Это была прекрасная идея до какой-то степени, потому что книга требовала, в первую очередь, похода, ну, как не как ты идешь в буквоед, а ты идешь там, так сказать, километров так зацать. И второе, она всегда требовала определенного восхождения. Человек готовился, он морально, кстати, если бы мы с вами, например, вынуждены были за каждой статьей идти не в интернет, а в Гималайи,
то у нас с вами бы сократился список читаемого, да? Поэтому, поэтому говорится так, что это не то, что нужно прочитать все книги. Раньше была такая идея, помните, у советских людей, что у тебя сервантик, и там все книги. Ну, все там, золотая библиотека, там, золотая детская библиотека, там, там, Ярослав Гашек, ну, вот эти вот, то, что издательство тебе издает. Если ты лаки, если ты счастливый, это наши дедушки и бабушки, они простаивали за этими книгами, и у человека организовывался ящичек книг, это были все книги. Потому что больше в Советском Союзе не выпускали. И поэтому великим считался тот, у кого все эти книги были. Ну, это, может быть, две комнаты, стенки. Ну, так было. Но сейчас вещь резко изменилась. Если вы придете в любой магазин, то вы увидите, что книг тысячи. Там. Реклама, антиреклама, кафе, антикафе. Земледелие, антиземледелие, да? То есть вы зайдете в любой отдел, увидите, что там существует тысячи книг. Эти книги противоречат зачастую друг другу, да? В одних книгах авторы издеваются над другими, ну вот, говорят, что они уже не актуальны. А что-то просто перестали издавать, потому что нету спроса. Это вовсе не значит, что это не умные книги. Поэтому кто-то из великих, он сказал очень просто, можно подвинуться всем ближе, чтобы не... Кто-то из великих, он сказал очень просто. Он сказал, нет необходимости читать все книги. Нужно всего несколько книг. Кто может поднять руку и сказать, какие книги должен прочитать человек в своей жизни? В этом обществе это известно. Риман Лагова там. Так. Читание читал, это слишком много. Много. Вы считаете, что это слишком много? Это как капитал Маркса. Надо осознать. Так. Нет, я серьезно говорю. Я с вами, например, полностью не согласен, но не могу не дать вам возможность высказаться. Кто еще читает? Какие книги надо прочитать? Азбуку. Какую азбуку? Санскритскую? Кака, гага, да, да, та, та, папа. Уголовный кодекс. Ну, я считаю, что в первую очередь уголовный кодекс, если вы знаете, изучают уголовники. А потом уже все остальные. Но чтобы не стать уголовником, нужно сначала. Чтобы не стать уголовником? Нет, чтобы не стать уголовником, нужно просто им не быть. А вот как раз если мы хотим быть настоящим уголовником, то мы должны изучить уголовный кодекс. Вы просто, я понимаю, что вы не уголовник. Как бывший уголовник могу вам сразу сказать об этом. Потому что вы не стать грешником, он уже значит, что это грех. Так. Как же вы читаете уголовный кодекс, чтобы знать, что он у нас заводной, не должен быть. И тем не менее, кто я, тварь дрожащая или право имею? А если бы мы все с вами, просто прочитав Библию или Бхагавад-гиту, перестали бы грешить, то это не то, что это плохие книги, это не книги плохие, это мы плохие. Вот. Дело в том, что мы не можем грешить не просто прочитав Библию, а мы можем грешить и делаем это именно после прочтения Библии, испытав глубокое религиозное чувство. Минут на пять так. Ну вот. А потом идем спокойно грешить, ну, по запланированному, внутренне. Конечно, мы говорим себя, убеждаем, что мы не хотели, но это не так. Характер человека очень сложный, и тем не менее мы сейчас говорим не об этом. На самом деле я задал лишь только несколько вопросов, чтобы немножко оживить аудиторию. А все-таки, что мы должны читать? Так вот, веды, они считают следующее. Что бы мы ни читали, следует помнить о том, что амная прагататвам. Главный принцип постижения трансцендентного состоит в том, что оно не сходит. И книга вовсе не является либо набором умных мыслей, или килограммом целлюлозы бумажной продукции. Книга – это некое живое существо, которое начинает с нами беседовать. Почему? Потому что в нем проявлено сознание. Мы не считаем, что Бхагавад-гита – это книга, потому что, в прямом смысле слова, потому что это любимая книга, например, Эйнштейна, Гитлера, Шопенгауэра и Шрилы Прабхупады, или Шридхара Махараджи. И мы не можем сказать, что всех этих замечательных людей, Адольфа,
Эйнштейна объединила именно Бхагавад-гита. Скорее можем сказать следующее. Каждый из этих людей нашел для себя что-то в гите. Но удивительным образом, почему в одних гита вызывает глубочайшие духовные переживания, а в других попытка найти несовершенство. Буквально недавно, читая в Киеве лекцию, а я постоянно читаю в Киеве лекцию, и наши лекции посещает постоянно СБУ, ну это типа КГБ. И ну, как бы к нам представлен полковник, самый главный. Он достаточно не умеет себя хорошо вести, всем перебивает, но за время лекции он уже так расплылся, подобрел. Ну вот, и с радостью слушает лекции. Ну вот. Да. Вот. И, но все-таки в нем еще живет как бы профессионал. И вот в конце лекции он подошел ко мне с гитой, которая была исчеркана красной ручкой, но где с его точки зрения содержатся разные экстремистские выражения. Ну там типа, ибо сражаясь, Арджуна, ибо исполняя свой долг, ты достигнешь высших планет и так далее. Там, сражайся. Я сказал ему, задал вопрос. Честно, вы выходите на мою лекцию уже на протяжении, наверное, 4 месяца. Постоянно слушаете с большой улыбкой. Скажите, кроме «сражайся» в Бхагавад-гите, ну, экстремистского призыва, нашли ли вы какой-то глубокий смысл? Понимаете, если бы все было так, то эту книгу не изучали бы в Гарварде, Оксфорде. И эту книгу не читали бы, не переводили на 500 языков. Значит, помимо слова «сражайся» у Арджуна, там есть еще много замечательных, глубоких духовных идей. И вот этот человек подсказывает нам то, что ни книга, ни информация и не какие-то определенные субъективные переживания, а личность, человек, является главным носителем духовного знания. Именно поэтому с рождения, от матери, от учителя в детском саду, от учителя музыки, от учителя рисования, от любого другого человека мы получаем потрясающую вещь, которая двигает нас духовно, она называется вдохновение. Поэтому Шридхар Махарадж сказал, что такое вайшнав? Это вдохновляющая часть человека. Но есть человек, который может тебя вдохновить на творчество, там, на кино, на музыку. Но вайшнав – это та вдохновляющая часть человека, которая вдохновляет нас на духовное, на бессмертное. В человеке очень много мяса, жил, костей, крови, но в нем есть душа. И вот эта самая душа занимает самое главное положение. Поэтому в мире, где, например, невозможно увидеть душу, но мы можем почувствовать ее присутствие, просто глядя в глаза человеку. В каждом человеке присутствует душа. Душа присутствует в каждом дереве, в каждой птице, в каждом животном. И мы не можем взвесить эту душу. Ученые там пытаются кого-то положить на весы перед смертью в хосписе, там выдохнул, они там 0,0 целое там, и пишут там, мы измерили вес души там. На самом деле мы знаем прекрасно с вами, изучив физику, что тело человека постоянно приходит в движение, молекулы движутся, атомы, нейроны, протоны. Да, то есть мы постоянно, там, от нас отпадают всякие там ногти, зубы, волосы, и их место, когда человек умирает, например, удивительная вещь, что волосы ему, у него растут. Человек качает головой, значит, либо он вампир, либо работал в морге. Но это так. То есть, представляете, да, человек уже мертв, но процессы химические какие-то в его теле, у него уже мозг не работает. Все, у него же там ничего нету. А волосы растут. Девушки, представляете? Чтобы заниматься прическами, не нужно быть живой. Они все равно вырастут. Так что же нас... Что же нас делает живыми в конечном итоге? Живыми нас делает не только тот факт, что мы существуем. На самом деле, существование, бытовуха являлось врагом каждого из нас. Это то, что гнобит наше сердце. В подлинном смысле наше существование, можно сказать, мы существуем, когда мы сопереживаем. Мы существуем, когда мы ищем истину.
Мы существуем, когда мы что-то начинаем понимать в жизни. Мы существуем, когда между нами происходит обмен чувств. Мы существуем, когда мы жертвуем собой ради возлюбленных. Да? И через это, как сказал Гегель, обретаем себя. Что такое любовь? Материалистическая любовь эгоистична. Но Гегель сказал, лишь только пожертвовав собой ради интереса возлюбленного, мы сможем обрести свое подлинное «я». И в этой связи каждый из нас ищет абсолютной совершенной любви и предания. Не какой-то абстрактной реальности, не какому-то облачку. И даже не Кришне. Кришна – это некая реаль, это как переходящее красное знамя. Мы всегда будем идти кому-то и за кем-то. И когда мы будем говорить, что я ни за кем не иду, на самом деле мы будем идти за кем-то, кто говорит, что я ни за кем не иду. Был такой очень известный гуру Кришнамурти, он говорил, что книги писать не надо, и писал книги о том, что книги писать не надо. А его читатели этих книг читали, что книги читать не надо. И когда ты спрашиваешь, а где ты прочитал, что книги читать не надо? Я прочитал в книге, в которой написано, что книги читать не надо. Вот. Поэтому еще психологи и мудрецы от Сократа, да, многих греков, и индусов, они знают, что человек, по сути дела, что? Он любит вспоминать, он любит копировать. Почему он любит вспоминать? На самом деле, потому что вся истина заключена в нем самом, в его вечной природе. Загадка человека, ключ ко всем его деяниям и злодеяниям заключен в нем самом. И это все прекрасно понимают. Его восприятие. Но с другой стороны, мы можем сказать, среди всех подвижных, неподвижных предметов в этом мире высшее положение занимает человек. Потому что среди всего подвижного, которое мыслит, чувствует, испытывает желание, человек самый совершенный. Ну, например, там, медведи не говорят, ну что, куда пойдем, в Starbucks или в шоколадницу? Да? И размножаются они исключительно не, там, не от нечего делать, а исключительно во время гона весной. Остальное время их мало интересует, противоположный пол, в основном рыба. Да? Человек же отличается не тем, что он пытается размножаться при свечах и хочет сидеть и смотреть на пузырьки шампанского. Это материалисты считают, они думают, что вот в чем продвинутость, да, там все должно быть красиво. Нет. Человек отличается другим. Человек отличается тем, что он, Дармена Хину Пашуми Саману, он способен осознать божественное. Только человек, не животное, не цветы, не растения, человек задает себе вопрос, to be or not to be, быть или не быть. И он задает вопрос себе. Некоторые там говорят, пить или не пить. Даже алкоголики. В какой-то момент они ставят под сомнение свою деятельность. И вот человек обладает этим удивительным положением, но божественное выше, чем человек. Божественное очевидно. Наши предки поклонялись Луне, звездам, они поклонялись красоте этого мира, потому что для любого здравомыслящего человека будет очевидным, что существует что-то более прекраснее, чем мы сами, да и окружающий мир должен быть, является источником, изошел из чего-то совершенного и прекрасного. Но если мы с вами будем лишь поклоняться бессмысленно материи, окружающей нас, какая бы совершенная ни была, мы все-таки будем относиться к категории материалистов. Более тонкий человек, более продвинутый человек понимает, что за всей грубой природой, которая существует в этом мире, которая часто очаровывает или наоборот раздражает нас, стоит какая-то высшая воля. И вот поэтому веды говорят о том, что причина всего – это Вишну, Всевышний. Но как открыть муравью источник, если муравей не обладает должной способностью осознавать на уровне источника? Ну, например, мы все знаем, что существуют раковые клетки, которые питаются организмом и выстраивают замечательную такую рублевскую жизнь вокруг себя. А что такое рак? Это когда клетки перестают подчиняться центру. Они уже не живут ради организма, вдруг начинает там что-то где-то расти в голове, там, в печени, неизвестно где. Как правило, из-за чего это происходит? Это происходит не сразу же, это происходит из-за того, что в организме идет какой-то перекос. Ну, врачи говорят, яды, токсины. Отравленный организм
рождает некую среду, в которой развиваются те же самые клетки. Также и мы можем сказать так, что существует некий отравленный организм, который вокруг нас. И по большому счету определенные клетки говорят следующее: после нас хоть потоп. Мы, пускай этот мир прогнется под нас. То есть существует множество разных лозунгов. Они говорили, космонавты сказали, Гречка сказал, когда мы видим Бога, если мы видим Бога, мы заставим его работать. Естественная идея. Почему? Потому что среда отравленная, организм нездоровый. В здоровом организме все понимают, есть высший источник. И это было давно, это была ведическая культура. Сейчас мы привыкли верить в объективные вещи. Я спросил одного водителя, депутата, наркомана, который подвозил нас за 100 рублей. Он причем сразу сказал, я колюсь героином, мне нужны деньги. Я сказал, а во что ты веришь? Он сказал, ну, исходя из того, кого я вожу и куда, то в силу денег. Я ему сказал, скажи мне честно, до конца ли ты веришь, что с деньгами человек может сделать все? Он мне сказал, почти все. Я сказал, вот скажи мне, может ли человек, например, с деньгами заставить себя полюбить? Он сказал, ну, в большей степени. Я сказал, ты действительно в это веришь? Там, не отдаться за миллион долларов, конечно, любой это сделает среди нас. А полюбить, подружиться, испытать внутреннюю приязнь. И в конечном итоге он признался, он сказал, нет, я понимаю, что то, во что я верю, это лишь слишком грубый принцип. Поэтому веды говорят, всем управляет красота, всем управляет любовь и гармония. Если кто-то из нас не достиг красоты, любви и гармонии, которая управляет всем, это вовсе не значит, что она им не управляет. Александр Македонский, великий воитель, с мечом завоевал всю Азию, но отдал свое сердце Таисе Афинской, которая совершенно не была ни с мечом, ни со сковородкой даже. Это была прекрасная девушка. Она очаровала его, красота очаровала ее в женской форме, но мы знаем, что он предложил ей в себе свой завоеванный мир. Поэтому, когда мы говорим о божественном принципе, мы можем сказать следующую вещь. Кришна – это некий универсальный принцип, Бог, прекрасный Бог, танцующий Бог, о котором сказал Ницше. Но возникает следующий вопрос. Существует ли что-то выше, чем Кришна? Вы так покачали головой, уверенно. Я вам сейчас все расскажу. И мы можем сказать так. Если Он – красота, то что может быть выше, чем красота? Кто может сказать? Пожалуйста. А? Гармония. Гармония – это музыкальный термин. Когда все инструменты играют вместе. Так вот, выше красоты может быть только любовь. Потому что мы по определению любим что-то, что совершеннее, чем мы. И любовь – это удивительная вещь. Без любви невозможно разобрать красоту. Ну, например, очень простой пример. Человек покупает себе картину Ван Гога за 40 миллионов долларов. Я задаю вам вопрос, кто кого покупает? Картина. Да? Кто кому служит? Ван Гог служит? Нарисовал что-то там, 3 часа в 17-18 век. Человек покупает это за несметные деньги. Кто кому служит? Ему кажется, что он обладает Ван Гогом, и он показывает всем друзьям, он строит вокруг этого музей, сдувает каждую пылинку с этой картины. Он отдал огромные деньги, огромная энергия людей затраченная. Да? В конце жизни, если его фамилия Третьяков, он передает ее людям, он понимает, что даже ему это принадлежать нельзя. Но вопрос, кто кем обладает? Человек обладает Ван Гогом или Ван Гог обладает человеком? И мы можем сказать честно, представление о том, что я владелец чего-либо в этом мире, это иллюзорно. Но если существует что-то прекрасное, то оно, безусловно, будет обладать нами. Поэтому не следует сомневаться, что подлинное, прекрасное и совершенное полностью захватит нас, если мы соприкоснемся с этим и сможем это увидеть и воспринять. Именно поэтому великие музыканты, художники, композиторы, философы пытались в процессе образования воспитать в нас качества.
музыкальный слух, художественное видение, духовное восприятие. Но удивительная вещь, если Кришной обладает красота, в какой форме она к нему приходит? И мы знаем, что эта красота может прийти к нему в той форме, в которой мы принимаем красоту в этом мире. Кришна – изначальное мужское начало. Не потому, что он мужчина. Кришна выглядит очень непохожим на мужчину. На самом деле Кришна достаточно такой определенный образ у него. Он не совсем похож на мужчину с точки зрения европейского представления, потому что мужчина должен быть чуть-чуть красивее, чем обезьяна. Вот кто здесь из мыслителей сказал. А вот женщина. Она должна быть прекрасна. А вот мужчина чуть-чуть красивее, чем обезьяна. I am very happy to see you. Ну вот. Итак, мы увидим в глубине, что красотой управляет удивительное качество, доброта, самопожертвование, и она существует в прекрасном женском облике Радхарани. Поэтому мы видим, что Радха и Кришна. Мы увидим, что Бог – это не депрессивная картина, где отец, сын, отец, который развелся с матерью, а матери никто не знает, сын непонятно, только один нормальный, все остальные, так сказать, и Святой Дух, который вообще куда-то слился. Ну вот. Очень близко похоже на истину, но мы скорее увидим, что миром управляет бесконечное мужское начало, бесконечное женское начало. Мы увидим, что все живые существа являются его частичками. Мы посмотрим на лицо каждого существующего здесь и увидим красоту в его глазах. Не факт, что в лице, но в его глазах мы увидим, что это живое, совершенное. Мы подумаем, насколько прекрасен источник, что у него такое множество, бесконечное множество его детей. Каждый здесь частичка божественного. Но представляете, насколько он прекрасен, каждый из нас индивидуален и проявлен в своей индивидуальной форме. Если мы обладаем столь разнообразием, то насколько он разнообразен, насколько он совершенен? Но среди всего этого прочего мы должны задать вопрос, в чем его задача? Мы хотим любви, игры, дружбы, а он что, хочет вечно творить, работать, наказывать, учитывать? Ему делать нечего, нужна бухгалтерия там. Давайте подобьемся, сколько грехов на этой неделе совершили. Дайте мне отчет в графиках. Да? Список казней, пожалуйста, поставьте мне. Очень хочется посмотреть, подчеркать. Нет, нет. Если мы будем говорить о Боге, то мы не можем низводить его до тирана. При этом мы не должны считать, что он дурачок с дудочкой. Кришна говорит, я создал уникальным образом этот мир и систему, в которой я полностью отсутствую, пронизывая все. Я учредил материальную реальность, ее поддерживает бесконечное количество серверов, псевдотворцов, потому что все они являются проявлением меня. Я создал в каждой вселенной очень четкий менеджмент, иерархию. Я разделил людей. Еще Протагор, беседуя с Сократом, сказал ему, ну, как бы, когда Зевс творил людей, он сделал там на каждые 100 человек там одного врача, двух поваров, трех плотников, четырех портных и так далее, да? Мы видим, что удивительным образом, хотя никто, например, как не пытается формировать, как в Советском Союзе, кадры. Сколько нужно советской экономике, там, ботинок считали, помните? Называлась плановая экономика, сколько нам нужно врачей. Никто бы не считал, насколько это хорошие ботинки, хорошие врачи. Оказалось, что врач нужен один хороший. И те, кто хотят учиться, они от него научатся. Ботинки, как-то с одной парой ботинок у советского человека, конечно, получилось выжить, но это не приносило человеку счастья. Люди хотят отличаться друг от друга. Как сказал один мой друг китаец, для меня вы все русские на одно лицо. Ну вот. Но когда Мао сказал, что человеку нужен один хороший, совершенный рабочий костюм серого цвета, мы не согласны. Хотя в духовной жизни у нас есть определенные костюмы. И таким образом мы увидим, что все эти бесконечные
формы разнообразия, они проистекают из Абсолюта. Абсолют способен любить, он является безграничным, но как он являет себя живым существом? Некоторые религии говорят, что Моисея глючил, и какие-то скрижали книги, шел дым, и какой-то голос с ним разговаривал. Ну, современные врачи-психиатры говорят, что голоса – это проблема в целом. Другие религиозные лидеры также говорят, что с ними кто-то где-то о чем-то говорил. Вполне возможно. Есть такой замечательный анекдот, который говорится, что когда человек молится Богу и говорит с Богом, ну, когда человек говорит с Богом, это молитва, он обращается к нему. А когда Господь ему отвечает, это уже шизофрения. Почему? Смешная вещь. Потому что мы не можем предположить, что мысли или здравый смысл всегда будут божественными словами. Есть очень известный популярный спекулянт, американский психолог, который написал книжки Джордж Орш «Диалоги с Богом». И в своих книгах он якобы задает Богу вопросы, ну типа, скажи мне, а вот как я должен понимать мир, в котором я живу? И он же Джордж Орш, он только берет на себя положение Бога. Он начинает говорить, да ты вообще должен понять, что я живу везде, и в твоей жене, и на твоей работе я присутствую. И когда ты наливаешь кому-то стакан Макдональда, или говоришь, свободная касса, и улыбаешься, это все равно я улыбаюсь. Ну, такая некая, скажем, имперсональная идея, которая очень похожа на здравый смысл. Но, почитав эти книжки, я сказал, ну, это бред, здравый смысл. Почему? Потому что Кришна, например, в Бхагавадгите иногда рассказывает, как он сжигает миллионы вселенных. Джордж это не описал. Бог ему об этом не рассказал. Еще ему Бог не рассказал потрясающую вещь, что в этом мире все приговорены к смертной казни. Но с другой стороны, приговоренные к смертной казни, никто из этих людей не выживет в течение определенного времени. Обладают потенциалом бессмертия. Таким образом, мы должны воспринимать этот мир не как место здравого смысла. Мы не найдем здесь никогда здравый смысл, ни политического, ни социального диалога. Мы должны воспринимать этот мир как некую площадку, стартовую, как один из планов бытия, но отнюдь не наш дом. Когда вчера после моей лекции ко мне подошел один славянско-арийский славянофил, и стал говорить про русское, я ему объяснил, что на наших лекциях, по правилу, татары, евреи, казахи, удмурты генетически инкорпорированы с украинцами, белорусами и африканцами. Но главное другая вещь. Главное, что все мы инопланетяне. Потому что в соответствии с информацией в Ведах, когда происходит новое творение, Праджапати, высшие существа, праотцы человечества, находятся в высших мирах. То есть вы можете гордо отряхнуть себя пыль и сказать, мои деды с другой планеты. Или когда вы получаете московскую прописку в милиции, вам ставят штампик, вы можете гордо сказать, мы лишь недавно заселились на этот план бытия. Паспорт в карман, да? И меня иногда спрашивают, я постоянно летаю, меня спрашивают, цель вашего приезда? Я говорю, моя цель полностью трансцендентна. Такой, шо? Я говорю, смотрите ниже в анкете. Туризм написано. Они говорят, так вы шо? Я говорю, я турист, у меня нет никакой цели, кроме туризма. Я занимаюсь космическим туризмом. Он скажет, а как же, а посадить дерево, там, родить там детей? У вас что, нет такой идеи? Дом построить?
мы можем сказать следующее, что среди всех биологических форм заблуждения наиболее приятные формы – это сажать деревья, рожать детей, строить дома. Это наиболее позитивные формы заблуждения. Но если учесть то, что мы не являемся продуктами этого мира, мира смерти, что мы, по сути дела, с вами обитатели мира бессмертия, которые попали сюда в силу обстоятельств, то возникает вопрос. Если кто-то может дать нам бессмертие, красоту и гармонию, к которой мы стремимся в этом мире, именно поэтому мы пытаемся рожать детей, строить дома и все остальное, то эта личность должна быть выше, чем Бог. Если кто-то может дать тебе Бога, он выше, чем Бог. И сам Кришна говорит, я сам себя дать не могу. Потому что если я сам себя начну раздавать, возникнет глобальный перекос. Во-первых, я создал законы кармы. Во-вторых, я создал священное писание, где сказал Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. И вот замутив все эти законы, чтобы каким-то образом разрулить общество, ни с того, ни с сего я должен нарушить свои законы и начать себя раздавать. А если речь пойдет по справедливости, вы представляете, сколько вам надо миллиардов перевоплощений? Поэтому Кришна говорит, это, конечно, все существует, но я должен разрушить собственную систему. Представляете, Бог, который создал законы, никакому закону не подчиняется. Он единственный сварат, который может дать слово и может взять его обратно. Но он должен нарушить свою собственную систему. И для этого существует благотворительный фонд. Понимаете, да? Есть социальная справедливость, ну, но туда, в эту социальную справедливость, мы не можем вписать бомжей, коллег, юродивых. Мы должны создать некую идею, где мы говорим, к этим людям мы не можем применить те же самые законы, которые мы применяем к другим. Если вы адекватный, умный, хороший человек, вы должны встать в очередь в супермаркете, купить себе еду и для этого заработать на ее деньги. Но если вы придурок, или вы физически disabled, или вы инвалид, или вы с рождения, или вы просто потеряли смысл жизни, квартиру, дом, вы можете прийти сюда и поесть. Я не имею в виду кисельный только лишь, есть другие места. Возникает вопрос, почему? Потому что система мировоззрения выстроена так, что она работает по принципу совершенства и справедливости. Но справедливость всего лишь навсего самый низший закон мира материи. Высший закон мира любви и гармонии – это сострадание. Когда мы говорим о ЖЭКе, там справедливость. Кто будет красить лестничную площадку, кто будет убирать окурки, кто перестанет писать в лифтах. Все должно быть справедливо. Ну, в Москве, к сожалению, есть такой спорт. Но когда речь идет о семье, то мы не говорим, например, своей дочке, кто не работает, тот не ест. Или маме своей на пенсии. Да? Кстати, да, вы говорите своей маме, например, мама, ты слышала когда-нибудь, кто не работает, тот не ест. Она говорит, я же всю жизнь работала, доченька. Ты говоришь, ну ты же недостаточно работал, сейчас ты не работаешь, значит, сейчас ты не ешь. Нет. Было бы безумно, например, закрывать холодильник на ключ и прятать ключ, как у Карабаса-Барабаса, на цепочке. Там. Дочка прокралась в холодильник ночью, там, пилила замок. Там. Всю ночь, да? То есть, когда мы говорим о семье, никакие законы не присутствуют. Воровство в семье прощается. Вранье в семье прощается. Даже измена прощается в семье. Как ни странно. Почему? Потому что качество любви – всепрощение. Качество всей любви – это несправедливость. Качество любви – это сострадание. И когда мы хотим, чтобы к нам относились именно таким образом,
Никаким другим образом мы не хотим, чтобы к нам относились. Никто не хочет справедливости. Как сказал Юлий Цезарь, друзьям все, а врагам закон. Сейчас очень популярно это с Болотной площади. Да? Друзьям все, а врагам закон. О массовых мероприятиях. Понятно, да? Поэтому, когда мы думаем, что закон как дышло, как повернул, так и вышло. Поэтому мы хотим мир беззакония. Хотя говорим Господу, прости нам беззаконие наше. Но мы хотим беззакония не ниже справедливости, а выше. И поэтому в трансцендентном мире существует только один закон – любовь, сострадание, а гуру, учитель – это олицетворение книги, закона любви, сострадания, самопожертвования. Поэтому в гуру мы увидим олицетворение всего, а самое главное – гуру – это принцип, который может сделать исключение из правил. Ведь правило – это, как вы сказали, гармония. А гармония состоит в том, все негативное должно умереть. Это гармония. Мир – это гармония, все должно измениться. Но время от времени эти гармоничные законы мира нарушаются. И тогда приходят гуру, садху, вайшнавы, они меняют этот мир, они реформируют его. Христос, Мухаммед и многие другие изменяли целые народы и времена. На самом деле, все меняют люди, единицы. Мир меняют Стивы Джобсы, Владимир Ильичи Ульяновы. Битлз считал, что люди думали, что мир может измениться благодаря песне. Представляете, да? То есть какая удивительная интуиция у людей. Но какой песни? Никто не понимал, какой песни. Но все понимали, наверняка должна быть песня, которая может изменить мир. Именно поэтому, когда высший мир приходит сюда, он приходит там не с лозунгами, не с палатками, он приходит с песней. Господь приходит с махамантрой. Но чтобы изменить свой мир, он не должен быть Богом. Бог не может изменить свой мир. Он должен стать революционером, поэтому он должен принять форму аватара, читания аватар. И это не Кришна, это уже Радхарани. Только мы говорим, да, царь рулит царством, а кто рулит дворцом? Кто рулит царем? Царицей. И вот когда Кришна очарован Радхарани, только Радхарани, обладая высшим состраданием, она может сказать, вот это, душа, прими их. Бог же, он не сумасшедший, он трансцендентный, но он не сумасшедший. Он не может себя отдавать в рабство несовершенному. Отдать себя рабство совершенному – это не вопрос. Несовершенным он не может. Но Радхарани, его ади-шакти, она может это сделать. Почему? Ее глубина сердца такова, что она стремится всячески удовлетворить Всевышнего и тем самым дать шанс новым душам соприкоснуться с ним. И вот именно проявлением Радхарани является гуру с точки зрения нашей сампрадаи. Эта наука описана, кстати, в Чайтанья Чаритамрите, косвенно в Шримад Бхагавате. Время от времени Кришна говорит Ачарья, Мам, Виджани, Ям. Но имя Радхарани даже в Бхагаватам не упомянуто. В Чаритамрите в большей степени. И вот поэтому, когда мы говорим, какие книги человек должен прочесть, в вайшнавизме, на самом деле, самая главная книга – это Чаритамрита, потому что там есть все шлоки с Бхагаватом. Бхагаватом можно запутаться. Но Чаритамрита – это беспрецедентная, трансцендентная книга. Почему? Потому что эта книга написана на основании записок Сварупы Дамодары и Рагунат Дас Госвами. Сварупа Дамодара – это Лалита, первая рука Радхарани. Когда Кришна принял состояние Радхарани, он вошел в безумие и открыл двери трансцендентного мира вне справедливости. Сварупа Дамодар предположил, что то, что он сейчас видит, не имеет аналогов за все трансцендентное творение. Нужно понять, что Господь каждый раз совершает все более новую лилу. Он не ходит по заезженным сценариям. И вот
именно это было описано в Чайтанья Чаритамрите. Это настолько глубоко, настолько трансцендентно, что если бы не было наших гуру, Радха, Кришна, Викритира, Хладини, Шакти, Асмат, Эка, Атман, Рупа, Утау, Гатау, Чи, мы бы вообще не поняли, о чем идет речь в Чайтанья Чаритамрите и в остальных книгах. В принципе, люди не понимают. Но когда есть они, наши учителя, и они, как великие программисты, они объясняют нам, что это вот то, что ты видишь на айфоне, это не кнопочка, за этим есть некие глубокие причинно-следственные связи. Если ты будешь продолжать, то вот это и это тебе откроется. Вот тогда у нас есть надежда. И вот на самом деле сегодня я заканчиваю уже свою лекцию, потому что она такая, ну как бы, должна была прийти к пониманию, что такое гуру-пуджа, почему мы поклоняемся гуру. Иначе, если бы мы не объяснили эту идею, мы были бы язычниками, маньяками, материалистами. Потому что материалисты, вот ты сидишь на день рождения, например, наливаешь всем водочки, и все тебе рассказывают, какой ты хороший. Поэтому вьяса-пуджа – это другая вещь, явление гуру. Праздник явления гуру. Это не то, что у меня сегодня день рождения, придите меня похвалите, а я вас попою водочкой. Буду подливать вам, чтобы вам легче хвалить меня было. Потому что на трезво это очень тяжело сделать. А? По пьяни можно таких тебе вообще, так тебе признаться в любви. Вот. Поэтому гуру пуджа – это особый день. Этот день, на самом деле, он нужен не гуру. Бхактисиддханта Сарасвати Такура сказал, когда им предложили множество цветов, есть такой день, фотография, где Сарасвати Такура сидит, на нем тысячи гирлянд. И он сказал, я выгляжу как животное в зоопарке. Ни один нормальный человек, он не будет принимать поклонение. Ну, потому что любой нормальный человек, он и так, он знает, что делать что-то хорошее – это его долг. Но гуру обязан принимать поклонение, потому что он делает это как посредник перед Богом. На самом деле тяжелая работа. Не думаю, что так легко быть посредником перед Богом. Посредом еще можно. А вот каждый день очень тяжело. Я точно вам говорю. Вот. И в этом есть величайшая удача многих из нас. Те, кому гуру открыл себя. Гуру – это трансцендентный принцип, в котором Господь являет себя. Но мы говорили, что у Адвайты были 24 гуру. Мы говорим о том, что гуру – это мать, гуру – это школьный учитель, гуру – это тот, кто показал тебе, как делать первые аккорды на гитаре, научил тебя готовить, научил этому, третьему, объяснил смысл жизни. Гуру на работе, гуру в школе, гуру в семье. Но тот гуру, который может дать тебе самое главное, самое ценное – любовь к Богу, является высочайшим. Бабушка тоже, кстати, гуру. И бабушка очень терпеливо рассказывает внуку то, что даже родители не могут рассказать. И она тоже гуру. И вот поэтому среди всех самых лучших гуру в семье, самый лучший гуру – это бабушка. А наша бабушка – это наш дедушка. Шрила Гурудев. Он был добротой бабушкиного сердца и терпением. Но при этом он дал нам Эйнштейна, гуру Махараджа, он дал нам великих мудрецов, великих философов, да? И мы можем сказать, наша бабушка была очень добрая, но не сентиментальная и не глупая. Она дала нам самое высшее. И вот на этой радостной ноте я бы хотел закончить сегодняшнюю лекцию, потому что сейчас мы должны прийти к гуру Пуджи, потом у нас будет Махапрасад. И в целом мы чествуем Шрилу Госвами Махараджа, который является нашим учителем. Он учитель для учителей, на самом деле. Такая у него, знаете как, в академии есть академик, который преподает профессорам. Его уровень, потенциал трансцендентного, я думаю, что еще не раскрыт человечеством. И часто я с ним говорю, когда некоторые его лекции, я смотрю, там 50 просмотров. Я думаю, кто эти 50 безумцев, кто вообще могли понять что-то там. А потом всего 50 просмотров. Я говорю, ну посмотрим, сколько будет через 10 тысяч лет или за 100 лет. Ну, то, что там Шопенгауэра прочитало 50 человек, и из них 10 поняли. Но Шопенгауэр уже не пишет то, что вот актуально сегодня и сейчас, а в интернете там какое-то писево. Прочитал и выкинул.
Да, он пишет то, что люди читают и говорят, вот это вечная вещь, вот это я понял. Вот, поэтому Госвами Махарадж является духовным учителем этого уровня. И мы очень счастливы, то, что Эйнштейн сказал про Ганди, люди не будут верить, что такие люди живут. Вы будете думать, что это картина, а я скажу, я знаю этого человека. Каждая встреча с ним – это вынос мозга. Вынос мозга. Если я занимаюсь всем, он занимается только трансцендентным. Ну как, я должен там собирать, организовывать, ну как любой там человек. Как у монахов же не все там космонавты есть, организаторы там какие-то, там, деятели. Это нормальная ситуация. Ну потому что как ты получаешь знания, ты служишь, а каждый должен служить тем, чем он может. Глупо же имитировать великих святых. Ты должен предложить себя тому миру в том, что ты умеешь делать. Может, ты можешь только на губе играть. Ну, приходишь на киртан и поешь. Тоже как бы через какое-то время в тебе пробудится духовное вдохновение. Второй сыграешь уже. А что с вами произошло? Все время я играл на одной губе, но когда меня коснулась милость гуру, я стал... Звук пошел глубже. Ну вот. Когда Фарадей показывал дамам электричество и с помощью двух контактов притягивал бумажки, они смеялись и говорили, о, скажите, а что... Что в нашей жизни может изменить ваше электричество, сеньор, господин Фарадей? Они еще не знали про фены, про чайники, про утюги, которые будут весить не 20 килограмм. Ну вот. И дамы смеялись. Фарадей говорил им, мадам, когда рождается ребенок, мы не знаем, кем он станет. Поэтому даже если сегодняшний день мы можем совсем... соприкоснуться незначительно. Однажды Гурудев, посмотрев на нас, на всех, это было в Индии, он сказал, я знаю, что вы все освобожденные души. Все, конечно, очень сильно обрадовались, потому что не сказал, когда. Гипотетически мы освобожденные души, но может быть там через миллиарды лет, но это не важно. В Писании сказано, Кришна столь прекрасен, что если мы достигнем его, миллиарды лет будут одной секундой. И с другой стороны, в разлуке с ним секунда кажется миллиардом лет. Все знают, что принцип времени относителен. И в этой связи мы не заметили, как время протекло, и мы сейчас уже должны как бы сделать то, для чего мы сюда пришли, а это Гуру Пуджа, поклониться. Потому что можно говорить бесконечно, но склонить свою спину – это прекрасно. Человек должен научиться склоняться. Я был недавно в Бахчисарае, там монастырь пещерный 8 века, а рядом исламское медресе с цепью на двери. И цепь была сделана, потому что человек, зайдя в медресе, ну как, знаете, да, ты обычно в так в двери заходишь, там цепь сидит, ты должен, по-другому ты не пройдешь. И эта цепь, она напоминала каждому человеку, что сюда ты должен прийти, чтобы склониться. Так, ну, к сожалению, мы пока еще не организовали цепь на дверях у нас. Только думаем об этом. Ну вот. Но тем не менее, все мы пришли на Гуру Пуджу, это поклонение Гуру. И с этой радостной ноты у нас Пуджари готов. Вот, сейчас небольшая церемония предложения цветов, потом киртан, просад. И для новых гостей это не страшно, это не больно. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда. Адвайта Гададхар Шивасари Гаура Бхактавинда. Адвайта Гададхар Шивасари Гаура Бхактавинда. Thank you.
Господь.